Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ. И сегодня, друзья, у меня на обзорчике водочка древнекиевская, традиционно. Есть, друзья, и красная этикетка, есть и черная. Друзья, эту водку я видел только в ВТБ. В сети маркета ВТБ. Я как-то зашел. И давно думал на эту водку, скажу честно, записать видос. И взял эту бутылку водки. Она была по скидке, там что-то 90 гривен 50 копеек стоила эта бутылка водки со скидкой. И ко мне приезжал батя, и мы после съемок по рюмочке с ним выпили этой водочки. Ну, я этой водочки выпил рюмочку, батя другой водочки выпил рюмочку после съемок. И потом я на эфире пару рюмок бахнул. И мне эта водка, скажу честно, немножко понравилась. Ну, как бы неплохая водка. Поэтому я, друзья, решил записать видос. Что хочу сказать. Есть красная, есть черная этикетка. Это традиционно. Красная, я не знаю, какая будет. Ну, время придет. И на ту и водку тоже запишу, друзья, небольшой обзорчик. Древнекиевская бутылка, скажу честно, нормальная, водочная, привычная. Тут такие грани есть в национальных тонах. Здесь черная этикетка, древнекиевская, такой нарисован узоры. И такой грифон нарисованный, грифон. Вот. Здесь нарисованный Киев такой вот. Как бы, ну, по маркетингу. Вот, по маркетингу нормально, будем так говорить откровенно. Здесь черное, все как бы, ну, нормально, я считаю, нормально. По маркетингу я поставил бы 9 баллов. Давайте, друзья, наливать. Водочка, друзья, водочка. Это такой напиток, что ее надо пить охлажденной, друзья. Поэтому, друзья, она у меня стоит в холодильничке всегда. Даже когда я веду эфир, и водка все равно у меня стоит в холодильничке. Потом, когда надо, я просто наливаю. По запаху обычный немножко водочный запах, немножко. Ну, это нормально, в принципе. Ну, давайте, друзья, за все хорошее. Я прошу прощения, немножко приболевший. Может немножко быть насморок. Вот. Вот. Вот, прошу прощения. Ох. Это не от водки, это от насморка. Вот. Сейчас, секундочку. Видите, чуть-чуть приболел. Какой-то вирусняк поймал, будем так. Первая зашла хорошо. Да, это водка не премиум класса, будем так говорить. Зашла хорошо. Небольшое чувствуется послевкусие. Но главное, что тут тебе не жжет спиртозно. А так зашла нормально. Небольшое послевкусие чувствуется, но оно где-то процентов на 20. И оно резко появилось, не резко так, среднее появилось, будем так говорить. И быстро пропало. Вот, будем откровенно честны. Вот я сейчас выпью рюмочку. У меня сейчас во рту как бы, ну чувствуется, что ты водку выпил, немножко чувствуется водку. Ну такое еще лицо кривить там или еще что-то такого, друзья, нету. Вот это, конечно, чуть-чуть я приболел с насморком. Насморок, горло, температура небольшая вчера была. Но это такое, друзья. Это не отменяет того, что надо видосики снимать. Как говорится, надо лечиться. Хорошая, неплохая водка. Друзья, на закуску сегодня я постарался. Серый хлебушек, друзья. Свежий, хороший, приятный, вкусный. Салат из помидоров и чесночком, друзья, немножко чеснока, растительное масло, сало домашнее, как говорится, от Вовы Адидаса, видите, друзья, адидасовское сальцо, картошечка, как говорится, картошечка с лучком, молодая картошечка, жареная с лучком. И, друзья, как говорится, сегодня у нас грибочки с чесночком тоже и растительным маслом. Всегда, знаете, друзья, такая именно водочная хорошая закусочка, вот. Надо было, конечно, батю пригласить, но у бати, извините, друзья, много дел. Давайте вторую наливать. Главное, чтобы насморок не мешал. Во. Насморок немножко может не мешать, потому что где-то поймал я вирусняк. Давайте, друзья, выпьем за то, чтобы люди не болели, чтобы у людей было все хорошо. Хочу всем пожелать, своим подписчикам, не своим подписчикам, всем людям хочу пожелать большого-большого крепкого здоровья. Не болейте, друзья. Будьте счастливы. Цените родных, близких, любите, уважайте. Друзья, за вас всех. Вторая вообще хорошо закатила. Вообще. Вот.
Нос крутит. Немножко нос крутит, вот. Ну, друзья, прошу прощения. Знаете, я мог бы... Да, мог бы я там... Все равно бутылка была открытая. Мог бы там перезаписать на другом там дубле, на другом кадре, там, чтобы этот... Чтобы там, без вышмаркивания, без этого... Без... Ну, без этого, без носа. Но все равно я понимаю, что нос будет хоть крути, хоть не крути, нос будет все равно подтекать. Это же, я так понял, что без этого никуда. Наступило время его. Вот вчера, конечно, на эфире. Капец, друзья, никому не желаю болеть. Не сильно, в принципе, приболевший. Ну, немножко приболевший. Ангинка там, температурка, насморк. Как многие считают в распитии водки, вот, я скажу там. Почему я всегда молодежи говорю, вы неправильно, друзья, пьете водочку. Вот. Мы когда были молодежью, мы старались всегда взять какую-то закуску, там колбаску, там пойти куда-нибудь на природу пожарить эту колбаску, сало, там картошку спечь, там яйца вареные брали, огурчики, помидорчики. Что была закусочка? Как некоторая современная молодежь сейчас пьют водку, ну и запивают, соответственно, газированными напитками. Я считаю, у самой распития водочки, я пью водочку. Для чего я пью водочку? Не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы почувствовать этот, как говорится, шикарный райский вкус. Ты выпиваешь рюмочку водочки, закусываешь картошечкой, сальцом, огурчиком, помидорчиком, капусточкой квашеной, борщицом, окрошечкой. Чтобы у тебя был красивый столик, ты и хорошо покушал, и настроение себе поднял, и тебе хорошо. А если просто водки накидаться, напиться с всяких там лимонадов, будем так говорить, там пепси-колы всякие, там фанты, нема души. Вот я когда вот лежу, к видосу готовлюсь, я такой лежу и думаю, блин, там грибочки поставлю. Сегодня так, я вот этот стол думал уже дня 4. Думаю, грибочки, сальцо, картошечку. Я думал, сварить, а потом думаю, не, пожарю лучок сверху. Салатик сделаю. Я такой лежу и думаю, блин, капец будет красиво, друзья. Фотки я, кстати, смотрите в Ютубе, на моем там событиях, смотрите фотки стола. И, друзья, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылочка внизу в описании на мой инстаграм будет. Там фотки всегда, всех застольей, мои фотки, еще другие фотки, не только застольев, еще чего-то. Так что, друзья, заходите, смотрите. Потому что Инстаграм, там куча фоток, куча всего. Давайте, друзья, по третьей пить водочки. Вот скажу честно, я выпил картошечки, салатика, картошечки. Блин, укусился, вообще красота. Просто красота. Вот. Понятно, что я не буду я есть, тут сидеть, тут как бы за две щеки не буду хомячить. То я уже после съемок уже поем. Хотя сейчас что-то подъем, как бы, пока буду выпивать, тоже что-то подъем. Ну, понятно, что после съемок что-то я там укушусь, друзья, сами прекрасно понимаете. Ну, давайте, друзья, за все хорошее, за мир во всем мире, любви всем, благополучия, терпения, здоровья, немножко денег и всего самого наилучшего. Друзья, давайте за вас. Вот в чем разница, как мне пишут многие. Ты алкаш, вы алкаши. Алкаши не заботятся о столе. Чтоб свежий картофель, молодой картофель был с лучком. Чтоб сальцо было генеральское, будем так говорить, адидасовское. Чтоб, друзья, грибочки были эти суперские, как говорится. Чтоб помидорчики были, томаты домашние, вкуснейшие. Блин, сок. А вот этот сачок, вот этот, ух, это правда... Со сливочного, не сливочного, а с растительного масла. А со сметанки, блин, это вообще кемка. Друзья,
Цена бутылки водки, это где-то, я так понимаю, где-то 100 гривен, где-то 100 гривен, ну, может, 100 с копейками. Вот, ну, я взял за 90 гривен 50 копеек, 50 копеек. Бутылка хорошая, дизайн бутылки хороший. Водка, водка, хорошая, мягко пьется. Первая вообще зашла хорошо, чуть-чуть, у меня насморк как раз начал нос крутить, и такое неприятное, может, кому-то показалось, но такое неприятное, что нос начал чесать. Ну, блин, насморк, у меня насморк. Уже где-то дней 5 будет. Да так, да если не больше, наверняка даже больше. Вот. Хорошо, заходит. Да, это обычная простая водка. Ее можно пить. Ее можно пить, ее можно брать. Неплохая водка. Я думаю, честно сказать, я думал, что будет намного хуже. Она хорошая. 40 градусов это водка, объем 0,5. Не знаю, есть ли бутылки 0,7 или литровые. Я в этой по ней крепко часто хожу, то я так чисто взял, чтобы. Для разнообразия. Ну, водка хорошая. Поставил бы я в этой водке 8,5 баллов. Это хорошая оценка. Я бы, честно сказать, бы и 9 поставил бы. Но эта водка не премиум класса. Будем так говорить. Откровенно. Она хорошая. Хорошая, водочная. Ее можно выпить. Вот даже вы сами по мне видели. Даже можно не закусывать, в принципе. Даже вот я вторую мог не закусывать и третью. Но все равно лучше водочку закусывать, друзья. Выпить рюмку водки, закусить там ананасиком, там запить этим соком томатным, там апельсиновым, там апельсинчиком, ананасиком, фруктиком, яблочком, закусить, это все хорошо. И там чипсами, сухариками. Но когда ты грибочки, картошечка, сальцо и все остальные другие топовые закусочки, бутербродик с красной икрой, селедочка с картошечкой, это совсем другое дело. Водка это напиток с душой, как говорится. Будем так говорить. Водка это напиток с душой. Потому что ты когда пьешь водку, вот, например, я скажу по себе, я наслаждаюсь, потому что я могу взять вилочку, наколоть что-нибудь, засерпнуть этого рассольчика, будем так говорить. И ты как бы, ну, наслаждаешься просто этим, наслаждаешься. Давайте, друзья, ждите, кстати, этот видос выйдет, потом ждите видос с батей. У нас, кстати, будет интересное видео, интересный, кстати, стол. Так что, друзья... Кстати, друзья, кто хочет поддержать наш канал, внизу в описании, на YouTube-канале, внизу в описании или в шапке профиля канала у нас в разделе находятся номера банковских карт Приватбанк и Монобанк. Друзья, если хотите, чтобы видосы чаще выходили, поддержите наш канал копеечкой, и мы будем выпускать чаще видосы, может, на какой-то более дорогой алкоголь или там на... или просто будет больше видосов выходить. Ну, вы поняли меня, друзья. Внизу в описании Приватбанк и Монобанк, банковские карты. И, кстати, в шапке профиля YouTube-канала есть, кто из-за границы, есть Donation Alley, можете донатить на Donation Alley. И также, друзья, есть на Монобанке копилка, мы собираем денежку на бар. Так что, друзья, не стесняйтесь, помогайте каналу, друзья, за вас. Мира вам, добра, успехов, благополучия, всего самого наилучшего вам. Хороша чертовка, хороша. Рассольчик этот. Знаете, друзья, летом, ты кушаешь, например, жареную картошечку. Картошку ты жареную кушаешь как бы круглый год. Это продукт, который не выходит с оборота. Ты ее кушаешь, но летом ты кушаешь ее... салатиком из помидорчиков, огурчиков, там перчик можно добавлять. Я перчика, огурчика не стал что-то добавлять. А вот перчик я вчера доел. Поэтому как бы без перчика, так бы перчика добавил бы. Перчик болгарский я люблю. Кушаешь с помидорчиками, с этим, такие свежие. А зимой ты уже кушаешь с квашеной капусткой, уже как бы... Вот. Вот. Весной ты тоже там кушаешь с молодой капустой, там, с молодой редиской, там, с таким кушаешь салатик. Осенью там тоже как бы болгарский перец больше уже в салатах присутствует там. Такая полянка, друзья, знаете, не знаешь, до чего и добраться.
и сало вкусное, и картошка, и салат, и водочка, и сальцуха, и грибочки. Все, как говорится, друзья, топовое. Не помню, кто мне писал, побольше закусывай. Тут не только закусить можно, тут обожраться можно. Реально обожраться можно. Потому что все вкусное, все вкуснятин. Давайте по такое дело, друзья, и не грех и выпить. Потому что... Не, понятно, что водка стоит, как бы у нас, я не знаю, как сколько градусов температура. Вот, не знаю, сколько градусов температура. Вчера дождь был. Вот, но все равно, вот как говорится, чуть-чуть остывает, конечно, плохо нету, к сожалению, у меня так бы, знаете, был бы такой холодильничек, что пьешь, например, водку, бутылку со стола убрал, по стол, ну, кинул в холодильничек, вот, чтобы она там охлаждалась, так вот, или рюмочки стояли запасные холодненькие, да, было бы, конечно, круто, но это, сами прекрасно понимаете, это дорого, ну и пока что невозможно. Давайте, друзья, выпьем за то, чтобы наш канал процветал, друзья, наш канал, почему я говорю наш канал, не мой канал, наш. Потому что вы, друзья, тоже части этого канала. Если бы не вы, то канала бы не было, не снимались бы видосы, не снималось бы много чего. Давайте, друзья, за вас. Как многие пишут, типа, можно, типа, не бухать, можно, типа... Я не бухаю, во-первых, я выпиваю. Во-вторых, типа, снимать что-то другое. Снимайте, кто вам не дает, друзья. Вы ходите снимать, вот, небо, птички, деревья, природа, вот, Макдональдс. Вот. Снимайте, друзья, все хотите, друзья. За вас, теперь, за вас, за наш канал. Чесночком пропитались уже. Запах такой стоит. Вкус. Чесночные грибочки. И что тогда напишут, что наш канал о жратве и бухле? Нет. Наш канал о душе. Реально канал о душе. Потому что... Я считаю, правильно пить водку, не спиваться, не чудить, не исполнять что-нибудь, не этот... Не каждый человек сможет, потому что пить водку это... Я сейчас допью водочку, уже пить не буду. Ни пивко, ни рюмочку потом после съемок, ничего пить уже не буду. Я буду, друзья, заниматься немножко другим делом. Монтировать видео, потому что моим любимым, уважаемым зрителям надо, чтобы это видео вышло. Я его смонтирую, а потом, когда мне удобно будет, когда я так... О, надо время видео выложить. Я его выкину в сеть. Ну и, соответственно, наверняка завтра приглашу отца, и мы снимем видосик наверняка. Потому что у отца сегодня, а этот раз ограниченный чуть-чуть график, у него чуть-чуть меньше будет дома по времени, чем как обычно. Вот. И поэтому, как бы, мы с ним один раз виделись недавно, вот. И надо с ним еще раза два мы с ним встретимся. Раз я его завтра приглашу, раз как он будет ехать уже на работу, я его приглашу. Ну, от меня будет ехать.
Вот вы меня поняли, друзья. Вот три видоса мы запишем. Вот получается как, вы просите больше видосов с отцом. А видите, друзья, не получается. Работа, то зерновое убирали, то еще что-то убирали, то еще. Сейчас вам картошка начнется. И еще какие-то, сами прекрасно понимаете, на даче всегда есть какие-то работы. Вы сами прекрасно знаете. Вот чтобы такая картошечка была молодая, хорошая, вкусная. Вот. Но я считаю так, жареная картофан с салатом вкусная тема. Это, кто бы что ни говорил бы, ну картофан жареный, да, там говорят, что вредно, там холестерина много, еще чего-то много. Картошка есть картошка, картошка вкусная, и пюрехой, и с сальцом на углях, или даже в костре, просто в фольге, там, или даже без фольги. Это всегда вкусно, как говорится, друзья, с солькой, с салом, это всегда тема. А если сало такое шикарное, если даже просто обычное сало, все равно тоже вкусно. Вот. Простая еда. Не, водка хорошая, скажу честно, водка хорошая, водка не разочаровала, это самое главное. Может, друзья, чуть попозже, не буду говорить когда. Сниму видос я и на древнекиевскую красную, это черная традиция, а красная я не знаю, честно. А может, такая и самая, друзья. Но если что, все равно, запишем видос, то ничего страшного. Главное, чтобы водка была хорошая. Я не хочу на своих видосах пить плохую продукцию, скажу честно. Когда плохая водка, это просто печаль. Когда ты еще накрываешь такой стол хороший, и такая, знаете, водка плохая, ты знаешь, такой думаешь, зачем я сижу, такой стол перевожу под плохую водку? Водка должна соответствовать столу. Эта водка соответствует столу. Это хорошая мужская водка. Я такую водку люблю. Друзья, давайте сейчас выпьем, а потом я сделаю политпропаганду, и мы продолжим видос. Вот. Хотя давайте в конце будет. Давайте. Вот. Не политпропаганда, типа за ссылки, за описание, за карты. Вы поняли. Хотя я в конце сделаю, как всегда. То не надо посреди видоса людей пугать, чтобы люди не разбегались. Вот. Давайте, друзья, за все хорошее, за хороший стол, за хорошее настроение. Скажу честно, немножко эта водочка начинает уже меня пьянить. И пьянить мне, кстати, довольно приятно. Это хорошо. Когда выпьешь, и немножко видос приятнее монтировать. Давайте, друзья, за все хорошее. Как пахнет? Грибочком и чесночком. Я не стал, друзья, сюда немножко лука добавлять, грибы и лук, потому что решил лук добавить в картошку, на картошку сверху. Потому что все равно грибочек закидываешь и делаешь вот так. О, десятка получилась. Как можно такое не любить сало? Знаете, друзья, колбаса хорошо, да, колбаса хорошо, это... Знаете, бутерброды сделать, там еще куда-то. Колбаса классная тема, даже с пивком хорошо. Сало намного лучше, чем колбаса. Намного. В разы сальцо будет поярче, чем колбаска. Вот. Хотя я люблю колбасу, я не отрицаю этого. Вот. Но жареный картофель, это мировое блюдо. Да, к сожалению, у нас не получается по времени, чтобы на природу выехать. Даст Бог, осенью брат приедет, мы соберемся, рванем на природу, и мы, я хочу, хочу побыть, на природе с семьей, хочется побыть, потому что уже давно не были с семьей на природе. Вот когда мы то были, там мы были, довольно и долго, то машину толкали, то с бургерами, гамбургерами, то не то, друзья, сами прекрасно понимаете.
Хотелось бы, конечно, не шашлыка, хотя можно немножко шашлыка взять, немножко шашлыка пожарить. Я хотел бы пожарить сердечки. Замариновать сердечки куриные. Ну, их пожарить, чтобы были такие четенькие, вкусненькие. С пивасиком. Поэтому и с водочкой бы они тоже хорошо залетали. Что, давайте, друзья, рюмашечку тянуть. Давайте рюмашку тянуть. Водка хорошая, скажу честно. Хорошая водка. Вот. У меня мать предлагала, кстати, на следующее видео, говорит, давайте, говорит, сварим ухи, типа, щучьи ухи сварим. Я говорю, не, я, ну, хочу щучьи, уху мы будем, друзья, пробовать, будем кушать, будем пробовать, но чуть попозже. Я хочу уху, если варить уху, то варить ее, не дома. Дома-то уха хорошая, да. Но и уху надо варить на этом, ну, на природе, друзья. Сами прекрасно понимаете. Я хочу кое-что другое сварить, ну, приготовить. На следующее видео будет вот с батей будет. Давайте, друзья, всем мира и добра, всем удачи, всем благополучия, всем счастья. Давайте, вот за это и выпьем. Вкуснятина, просто вкуснятина. Вкусная, хорошая еда, полезная. Главное, что это, друзья, я ем все домашнее. Ну, понятно, что лисы, грибы из леса. А все остальное это домашнее. Домашняя картошечка, домашний лук, чесночок, помидорчики. Ну, маслица покупное, конечно. Ну и, конечно, свое домашнее масло у нас уже подзакончилось. Но, блин, свое домашнее масло, когда сами давим масло. Вообще вкуснятина, тупо вкуснятина. Оно пахучее, оно вкусное. Намного, ну, лучше, конечно, для салата. Вот для жарки, да, оно будет похуже. А вот для салата, для такого, оно будет поярче, поярче будет. Фух, уже поднаелся. Ну, для грибочков, конечно, будет. Уже и поднаелся, скажу честно. Уже поднаелся и поднапился. Потому что поляна у нас шикарная, будем так говорить. Да, я так смотрю, фото есть такие, попадаются, выкладываются там. Самая знаменитая стоит судья самогона, там сало нарезано такое красивое, хлеб черный, грибы, огурцы, помидоры соленые, капуста, картошка вареная в мундирах, селедка, это самое популярное фото. Но люди делают по-другому чуть-чуть, и видосы, и фото делают, там шашлычок, там, ну, тоже, ну, пытаются что-то с оригинала ставить. Этот. Ну, у меня чуть-чуть, конечно, до оригинала не дотягивает, селедки нету. Солений нет, оно у меня просто помидоры. Вот. Но мы, в принципе, ни под кого и не косим, друзья. Вот. У нас как бы свой стиль, своя тематика. Ну, все равно, друзья, это просто классика. Топ, я считаю, там не кто-то под кого-то косит, а просто классика под водку. Шашлык под водку, блин, это крутая тема. Вот. Потому что если он хороший, свиной, хорошо замоченный, вкусненький, блин, это вообще тема. Тема. Вот, даже крылышки хорошо, тоже куриные крылышки хорошо. А давайте, кстати, мы сделаем, вот, когда брат приедет, рванем, шашлык жарить не будем, пожарим крылышки на шампурах, овощи пожарим, гриль, и пожарим куриные сердца. Вот я хочу куриных сердец, вот не знаю почему, хочу куриных сердец, вот как-то так, вот. Ну что, друзья, давайте выпивать. И завершать наше славное видео, потому что
Видос реально хороший получился, видос реально хороший получился. Водочку по чуть-чуть попиваем, попиваем. Водка, водка, это водка, друзья. Кто бы что ни говорил, водка это номер один продукт в мире. Вот. Что тут сказать? Ну, в водке есть душа. Вот коньяк хорошо, ну, как-то нету души. Виски хорошо, ну, как-то тоже нету души. Пиво как-то нету души тоже. А водка есть душа. Столы какие накрываются. Можно хоть поросенком, как говорится, и черной красной икрой закусывать. Да хоть огурцом соленым и капустой квашеной. Ну, простота, как говорится. Вот. Ну, простой напиток. Можно хоть роскошью закусывать, хоть дешевизной. Друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ, друзья. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой Бухай ТВ. В Ютубе и в ТикТоке тоже подписывайтесь на Бухай ТВ. Подписывайтесь внизу, ссылочка в описании, в ютубчике, на мой второй канал на ютубе Палыч. Друзья, заходите, подписывайтесь. Подписывайтесь, друзья, также на мой инстаграм, ссылочка внизу в описании. Друзья, внизу в описании Приватбанк и Монобанк. Кто хочет поддержать наш каналчик, подписывайтесь, друзья, на все мои соцсети. На мой инстаграм тоже, кстати, внизу в описании. На все мои соцсети. На нас везде. Внизу в описании карты, банковские карты. Друзья, пишите в инсте. В инсте я общаюсь со всеми. В ТикТоке можете писать. Также общаюсь со всеми, друзья. В любых соцсетях пишите, общаюсь везде со всеми. Так что без никаких там заморочек такого ничего нету. И также, друзья, в шапке профиля YouTube канала о нас, там есть, типа, заходите на канал, там есть о нас. Там есть копилка на Монобанк. Мы собираем на бар. Кто хочет, друзья, нас поддержать, можете закинуть на бар денежку. И также, друзья, не стесняйтесь, можете, кто из других стран, там есть Donation Ali, можете донатить на Donation Ali, друзья. Давайте, друзья, выпьем за мир, за добро, за счастье, за любовь и за крепкое всем здоровье. Друзья, за вас, успехов вам, благополучия и всего самого наилучшего. Хороший получился видос, хорошо посидели, выпили. Вот, давайте, друзья, за вас. Ох. Всем пока.